Так, ну вот я добралась до этого музея. Говорю шепотом, потому что тут еще люди ходят. И из трех комнат у них сейчас осталась только одна. Экспозиция не полностью представлена. Много интересного. Я не знаю, у меня сфотографировать не получается. Есть монетки-дельфины. Ракушки. Уже девушка была. Чего они сейчас не в ходу? Очень много всяких разных монеток. Родовская есть, динарий. Даже 50 долларов. Чикаго 2006 года. Ну, это вообще такие монеты бывают. Это гривны золотые. Тоже гривны, но потому что молодые волосы. Скоро тоже станут истории. И статуя, походу. Блин, как он. Который есть и разносит, я забыла. Летучих фандалиях и к чему-то цепью привязан. Меркурий, по-моему, парижская, греческая, как он, я не помню. Буду находить интересные монетки, буду показывать. Вот, это все монетки. Монетки.